Мы рады приветствовать вас на подведении итогов конкурса профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Классный, самый классный» 2015 года. Учитель – это духовно-нравственная, творческая, социально-активная личность. Участвовали талантливые педагоги и воспитатели образовательных учреждений Кингисеппского района. Уважаемые педагоги, можно сказать, что коллеги, потому что все мы с вами, и я также, как вы, работаете в социальной сфере. Действительно, конкурс этот традиционный, он уже сейчас, 20-й год уже проводится, да? Очень приятно, что вы постоянно в нем участвуете, что конкурс этот районный, что действительно вы здесь проявляете свои лучшие качества и показываете свои таланты, то, что вы можете дать вашим детям, растить и учить наших детей. Спасибо вам большое за это. С праздником еще раз. Всего вам самого лучшего. Уже многие годы систему Кингисеппского района выставляет на первых местах и движет Кингисеппский район впереди. Мне хотелось бы поздравить участниц конкурса. Вот уже 20 лет конкурс «Учитель года», ну, впоследствии «Воспитатель года» и, конечно же, «Классный, самый классный». Те конкурсы, которые больше внимания уделяют воспитательным системам, не только образовательным программам. Очень благостно, что конкурс продолжается и в нашем районе, и есть возможность у наших педагогов показать себя, проявить себя, и потом в дальнейшем представить достойно Кингисеппский район на областном уровне. Успехов вам! Спасибо! Добрый день, уважаемое педагогическое сообщество, уважаемые учащиеся! Прежде всего, хочу вас поздравить с праздником, потому что вот конкурс, который проводится уже сильно, повторяюсь, 20 лет. И, знаете, я всем хочу пожелать прежде всего здоровья, прежде всего успехов, благородных, хороших учеников, взаимопонимания с родительскими комитетами. И, повторюсь еще раз, нет предела совершенству. Я думаю, что конкурс будет у нас 20, и 40, и 50, и так далее лет. А мы, как говорится, как Сергей Геннадьевич сказал, власть, будем делать все для того, чтобы вы совершенствовались, для того, чтобы традиции нашего фундаментального образования, которое у нас сложилось уже веками, эти традиции не распадались, а соблюдались и чествовались. Для нас это незабываемые впечатления и богатый опыт. И сейчас нам хочется сказать огромное спасибо участницам конкурса «Воспитатель года 2015» и посвятить им несколько строк. Уважаемая Оксана Павловна, словно мама для ребят, в них души не чает. Ее добрый, нежный взгляд утром их встречает. Вы, сама того не зная, дарите им душу. Воспитатель года 2015, по мнению детского жюри, становится Куликаускиня Ольга Игоревна. На наш взгляд, концепция здоровья сберегающих технологий в образовательной среде является актуальной по развитию здорового образа жизни молодежи Российской Федерации. Соколовский Евгений Николаевич. Учитель, пусть
тебя 100 крат восславят, возблагодарят и вознесут на трон из песен. В каждой школе есть такой человек. Он для детей словно оберег. Идет он смело по дороге большой и нас спасает от ошибки любой. За возможность оказаться на таком прекрасном конкурсе, классный, самый классный, и увидеть столько талантливых и ярких педагогов. Арина Александровна, вы поразили нас своим мастерством классного руководства. Вы очень хороший педагог. Также нас поразили и наша вторая конкурсантка. Мы хотим, чтобы она тоже была. Да. Занимайтесь, пожалуйста. Мы хотим, чтобы весь зал посмотрел для учителей, которые приняли. Мы хотим, чтобы вы увидели Алину Николаевну и Алину Александровну. Это было очень нелегко. Но мы все-таки приняли решение. Человек, который, по нашему мнению, считается самым классным-классным, которому мы отдаем свои голоса, и победителем конкурса «Классный-самый классный», по мнению детского жюри, считается Галина Николаевна. Слово предоставляется председателю жюри конкурса, председателю комитета по образованию муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Светлане Геннадьевне Свиридовой. Добрый день, коллеги! Добрый день, дорогие друзья! Волнительный, торжественный момент, потому что конкурс – это всегда не только праздник, это подведение итогов огромного труда. Мне хотелось бы сегодня очень много теплых слов, вот насколько позволит время, сказать вам, дорогие наши участницы. Вы показали все то, чему вы научились за годы и даже десятилетия работы в школе. Мы это сегодня увидели. Это был не только ваш конкурс. Это был конкурс и тех школ, детских садов, в которых вы работаете. Потому что только команда могла подготовить участниц конкурса. Одному справиться очень сложно. Поэтому я хочу поблагодарить всех тех, кто так или иначе приложил руку к тому, чтобы наши замечательные воспитатели, наши замечательные классные руководители и учителя сегодня во всем блеске, во всей красе представили свои возможности, свои таланты. Николаевна, лауреат конкурса «Классный, самый классный» в номинации «Сохранение семейных традиций». Ну, поскольку работает пресса, тут будет много фотографий. Все мы знаем, долгие годы Галина Николаевна работает в системе образования Кингисеппского района. Опыт первой школы, сейчас опыт второй школы, педагог-организатор. Ну, здесь шепчут, тихо говорят, но я ваши слова очень добрые. Арина Александровна, как мы с вами заметили и услышали, работает в Полилеевской школе, сельской школе, да? Ну, наверное, здесь особенность того, что каждого ребенка вы знаете, наверное, не только потому, что вы находитесь с ним в школе, но еще потому, что вы живете рядом с его семьей. По конкурсу «Воспитатель года» на сцену приглашается Белобородова Оксана Павловна, воспитатель дошкольного образовательного учреждения «Детский сад деревни Околия».
приглашается Штребе Татьяна Владимировна, воспитатель детского сада номер 21 города Кингисеппа. Приглашается Куликовская Ольга Игоревна, воспитатель муниципального бюджетного образовательного учреждения, детский сад номер 10 города Кингисеппа. По итогам конкурса «Воспитатель года 2015» награждаются лауреат конкурса «Воспитатель года» Куликовская Ольга Игоревна. Лауреат конкурса «Воспитатель года 2015» Штребель Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна, ну, спасибо вам большое за участие в конкурсе. Мы надеемся, что ваши способности в дальнейшем... Это слезы радости, конечно. Победитель конкурса «Воспитатель года 2015» Белобородова Оксана Павловна, детский сад деревни Апольск. Я вижу, как утирает слезы на сайте этого еще детского сада. От счастья! Хочется сказать об Оксане Павловне, как воспитателе детского сада, который расположен у нас уже в сельском поселении, в Аполе. Поселение располагается достаточно близко к городу Кингисеппу, и мы понимаем, что это бывает иногда труднее даже на высоком уровне, в общем-то, и предоставить образовательные услуги, уж простите, но и подарить любовь детям. Очень приятно, что вы победитель, Ильна, очень приятно, что третий вы победитель. Уже. Да, да, вот я уже, так сказать, заговариваюсь, потому что не первый раз говорим об Апольском детском саде. Спасибо вам большое за работу. По итогам конкурса «Учитель года 2015» награждаются лауреат конкурса Баландина Ирина Алексеевна. Быть победителем, участвовать.
награждается победитель конкурса «Учитель года 2015» Сапова Юлия Леонидовна. Руководителем которой является заслуженный учитель Российской Федерации Людмила Дмитриевна Симонова. И, ну, наверное, не было сомнений, что коллектив учреждения готовил конкурсанта к победе. Ну, и я так понимаю, что семья педагогов... У нас еще и семья есть. Да, я с учетом сказала, что меня будет способствовать и укреплению семьи, и педагогической, и, конечно же, новым успехам, завоеваниям. И ну, придется больше отдавать детям в школе, да, чем дома. И почетная лента победителя. И хрустальный пеликан. Вам чуть большего пеликана, чем поехал в Аполье. Этот остается в Кингисеппе, в Кингисеппской гимназии.